Так, сегодня решил приготовить форель радужную, рыба речная, и решил ее приготовить в фольге, запечь в духовке. Для этого можно, чтобы долго с ней не возиться, купить приправу для рыбы, для приготовления рыбы. Ну и соль нам еще пригодится. В принципе, больше ничего не надо. Можно приправу самому купить на развес, но тогда желательно в рыбу, после того, как ее почистим, распотрошим, положить хотя бы по полдолечки лимона в каждую рыбу. Ну, приправа у нас написана лимонная, там что-то с цедры натуральной типа того, поэтому мы лимон ложить не будем. Все, сейчас ее чистим, потрошим и расскажу дальше, что делать. Так, ну, мы почистили форель. Высыпали приправу из пакетика в тарелочку для удобства. Здесь соль насыпал. Можно сделать вот так. Примерно количество соли, я думаю, знаю, сколько потребуется. Перемешаем. Думаю, что достаточно. Оторвали фольги. Примерно по размеру рыбки. Теперь будем ее заворачивать. Берем рыбку. Приправу все мы перемешали. И смазываем ее приблизительно столько, чтобы хватило на то количество рыбы, которое у вас. Изнутри смазываем. И вот так заворачиваем. Ничего сложного нет, все просто, легко и быстро. При запекании в фольге получается, что весь сок, весь аромат у нее остается внутри. Нет лишнего масла, нет ничего лишнего. И сама форель получается очень нежной. Прям буквально будет таять во рту. Но это все вы, если повторите, сами увидите и узнаете. Форель мы завернули аккуратненько в фольгу, разложили на противень. Теперь включаем духовку. И пока будет духовка нагреваться, минут 15-10,
Пускай рыба полежит, чтобы она немножко уже начала пропитываться приправкой. Потом будем запекать ее минут 20-30 примерно. Ну что, мы запекли нашу форель, запекали ее в течение 30 минут. Теперь посмотрим, что получилось. Запах, конечно, аромат очень вкусный, уже чувствуется. Вот наша рыбка. Ну, мясо приготовилось отлично, с соку в собственном, очень нежное получилось. Очень вкусное и ароматное мясо. Очень вкусная и ароматная рыбка. Всем спасибо за внимание. Пользуйтесь этим рецептом. Приятного аппетита!